Всем привет, ребят! Мы наконец с Малик Саша. И сегодня я буду проводить свой день, а завтра будет выходной первый. Первый выходной. И завтра я буду кататься на коньках. Первый раз в жизни. Правда? Еще надо у моего папы спросить. Ну, ребят, я вам обещаю, я его уговорю. Ок? Ок. Ребят, ну я очень боюсь кататься, но я завтра просто не... Ну я просто не навсегда туда пойду. Я просто покатаюсь и пойду домой. Ну не в 5 утра встаю, а в любое время. Еще надо в 5 утра вставать. Ребят. Это очень сложно на фигурном катании. Что там мальчишки-то делают? Видите? Вы видите это? Там был такой. Так, ребят. Я только что пришла из школы, переоделась. Вот. Я в 3 часа прихожу после школы, а на 4-й час меня забирают на физкультуру. Ну, сегодня пятница, да? Да. А завтра суббота, я пойду кататься. Ребят, вы думали, что я просто буду вот так кататься, я умею уже? Нет, я пока не умею кататься. Я буду держаться и поеду. Как я мечтаю быть на коньках. Мама мне предложила какой-то другой вид спорта, но я отказалась. Там любая музыка там, тра-та-та. А я сказала еще, надо в 6, в 5, в 6, 4 утра.